Доброе утро, дорогие зрители! Меня зовут Александра. Сегодня мы будем делать украшения из полимерной глины. Для этого ничего особого не требуется, и любой может это сделать в домашних условиях. Нам потребуется сама полимерная глина, канцелярский нож, такой катетер, кружочек для формы тортика и фурнитура для создания самой бижутерии. Также нам понадобится паста-машинка. Она вообще для изготовления макаронных изделий, но мы ее будем применять для изготовления пластов для нашей бижутерии. Приступаем к работе и начинаем разминать. И отправляем в пасту-машинку. Я сделаю 3 наших коржа светлых. Теперь берем второй цвет для наших сережек, коричневый. Также делаем 3 коржика. Переходим к сборке тортика. Получается вот такая заготовка. Теперь переходим к декору нашего тортика. У нас это будет клубничка. Теперь переходим к самому интересному, к разрезанию нашего торта. Здесь принцип такой же, как и на кухне. Желательно делать это как можно ровнее, чтобы пара сережек была одинаковой. Украшаем наш тортик. Последний штрих нам нужно вставить фурнитуру для нашего изделия. И отправляем наши тортики в печку. Для запекания глины используется обычная духовка. У меня это вот такая отдельная духовка, но вы можете использовать обычную кухонную газовую плиту. Так, ставим 110 градусов и полчаса. Мы покрыли наши тортики лаком. Получается вот готовая сережка. Такие сережки подойдут любой моднице. Также это может быть отличным подарком на день рождения или на любой праздник. Желаю вам удачи!